того, чтобы научиться радоваться, разрешить себе радоваться, самое простое – это определиться во времени. Что, ага, сегодня я разрешаю себе порадоваться с 2 до 3 дня. Ровно 1 час я буду счастлива. Ребятки, лизать жопу начальству – это очень-очень эффективный метод продвижения по службе. И поэтому, если вы не брезгливый человек, то я вам это настоятельно рекомендую. Для того, чтобы перестать в социальных сетях следить за своими бывшими, нужно совершенно нарциссично сконцентрироваться исключительно на своей странице. А красиво я вот это добавила. Ой, а здорово я здесь написала. Если вы хотите, чтобы ваши желания исполнялись, то помните, одной визуализации недостаточно. Переводите свои желания в цели, а цели записывайте в свой бизнес-план. Чтобы снять излишнее напряжение перед публичным выступлением, делается хорошее упражнение. Я вдыхаю смелость, а выдыхаю трусость. Смелость вдыхаю, выдыхаю трусость. Если женщине каждый раз хочется сбежать от партнера после секса, это говорит о том, что она крайне сильно боится быть отвергнутой. Уж лучше я брошу тебя первое, чем потом ты бросишь меня и разобьешь мне сердце. Для того, чтобы побороть свою астению, свою усталость, нужно посмотреть, что в течение дня эту энергию или кто у вас забирает, и что или кто обеспечивает вас этой энергией.